Друзья, поздравляю вас с окончанием рабочей недели. Это классная новость, потому что завтра я буду кататься, наснимаю вам классных кадров. Понятно, когда выложу этот видос, будут будни, но я сейчас в моменте очень сильно радуюсь. Сейчас такое предзакатное солнце, поднимусь на 6-й этаж и покажу вам, насколько красивый там вид. Потому что в прошлый раз я вам показывал дождливую погоду. У нас, между прочим, убрались в номере. Вот так вот выглядит, все чистенько, красивенько. Обожаю новые вот эти простынки всякие, пододеяльники. Аж все скрипит. Ну, потому что вчера у меня была температура, и я промочил нафиг свою кровать. Не то, что обоссался, а потому что просто потел. Ты со мной не пойдешь, да? Будешь монтировать? Да. Точно? Там очень красиво. Не знаю, я же была там. Вот это дождливая погода была. Ну ладно, монтируй. Ребята, как же это красиво. Вот наш бассейн и предзакатное солнце. Я для себя дал установку, что приду сюда работать, но что-то как-то все не получалось, потому что достаточно жарко. Но все равно надо попробовать как-нибудь вот на вот эту стоечку поставить ноут и смотреть на такую красоту. Ну это просто обалденно. Вон чуваки из Aviasales там ходят, не знаю, видно или нет. А я и не знал, что здесь есть полноценная кухня. То есть мы можем покупать какие-то продукты и здесь греть их в микроволновке. Не знаю, плита есть. А, ну есть вот такой духовой шкаф. Да, у людей тут даже продукты. Прикольно. Мойка. Вот все прям в наличии. Тостер. Я Кате предлагал купить, но можно, в принципе, и этим воспользоваться. Вообще огонь. Надо будет нам что-нибудь купить вкусненького для того, чтобы питаться не только в кафешках, но и здесь что-то понямать. Тем более с таким-то видом. Жалко, не могу пробраться на крышу, но там вот солнышко прям виднеется. Сейчас оно уйдет. Сейчас посмотрю, может быть, в этом окне будет видно. Прям чуть-чуть не хватает. Блин, эти не открываются. Ну, видите, да, кусочек? Я, кстати, знаю, как на эту крышу подняться. Потом тоже туда сбегаю. Некоторые в квартирах вот такие штуки себе делают, для того, чтобы не светило солнце и чтобы была приватность. Пока бегал на 6-й этаж, еще немножко поговорил с менеджером на 1-м этаже. Обещал нас завтра переселить в номер по соседству 201, у нас 205. И там вроде немножечко видно море. А через месяц обещала нас куда-то повыше заселить, чтобы у нас был отличный вид. Ну, а сделал уже к закату. Вот такая красота, темное небо, такое ощущение на камере, будто пойдет дождь. Ну, вроде не должен быть, по прогнозу не обещали. Красиво. Вон и Катюшка там бегает, глажотик. Как красиво, а? Ну, а мы кататься. В пятницу вечером куда мы приехали? Правильно, на Патонг. Куда же еще? Сейчас пойдем по Бангой Роуд, посмотрим на это место разврата, где всякие трансы и прочие. Для кого-то интересности, для кого-то нет. Что? Мы с тобой еще ни разу не были, ну, я не была на Бангой Роуд, но трансики я уже видела очень много. Да, тут их полно. Они даже в кафешках это работают, официантами. Магазинах, вот косметики, помнишь, да? Да, да, да. Место на самом деле уникальное. Там тебе и банано-массаж делают, и если надо, и... Трансы. В общем, развлечения на вкус и цвет, что называется. Сейчас идем пока по береговой, потому что с той стороны народу жопа сколько. Ну и посмотришь на эту прекрасную луку. Ну там же есть обычные места, адекватные. Иллюжн есть, где потанцевать. Да не, есть, есть. Ну, в общем, если тебе нужны развлечения сексуального характера, то там вообще никаких проблем нет. А если не нужны развлечения такие, если нужно просто можно просто место, выпить, потанцевать, да. Но сейчас мы не будем танцевать. Ну, понятно, конечно. Я вообще вот возьму какую-нибудь девчонку, которой мне писали, что они на Равае находятся, и с ними пойду танцевать. Ну, без проблем. А ты не любитель, так что все. А я как перестал пить, все. Уже неинтересно танцевать какие-то. Да. Так что не, я на танцы, может, и схожу. Просто сейчас. Смотри, какой цвет у тебя носки такие, если ты бы захотел, да, такой? Я видел, да. Это старенькая форза. У меня такая была, когда я только устроился в Aviasales. Был такой коллега у меня, Андрей Янсен. Ну, он и сейчас, конечно, есть.
и он уезжал в Питер и продал мне этот байк. Крутые! Если бы я такие увидела это возле моря, я бы обосралась. Вот вывеска. Пойдем смотреть. Тут блядство, разврат и наркотики. Я думаю, вам будет просто интересно посмотреть на атмосферу без каких-либо комментариев с моей стороны. Видос. И араб там был в своей одежде, и, ну, короче, пошел дождь. Тут что-то происходит. Половину не слышно, ну, короче, прикольно. А вот клубешник, про который я тебе говорил, Илюшин. Вот он прикольный, там много народу и музыка хорошая. Вот это Tiger Knife Club, уже известное место. Давай поближе подойдем. Да.
бомб, вы там такими палками из поролона можете бить тайских женщин, которые танцуют на сцене. И ты это советуешь? Это весело, это на самом деле весело. Еще там есть такая традиция, если ты звенишь в гонг, то платишь за весь бар всем тайкам, коктейли покупаешь. И у нас раньше был HR Женя Панова. И она когда напивалась, мне кажется, ее боялся весь потон. Потому что она вообще тут чудила с этими трансами. Всем денег, всех шлюх, ну, короче, отпинает. Всем коктейли купит. А потом на следующий день, ой, что-то у меня от зарплаты ничего не осталось. А зарплата в Aviasales хорошая. Вот. Ну мы так, на самом деле, по верхам, да, прошлись. Тут, в принципе, конец улицы, и если позависать, ну, можно прикольный контент, конечно. Я сюда приеду. Весело, да, здесь? Ну, тебе клеиться будут много, скорее всего. Я не одна приеду. Не, ну да, главное, не одной. Вот, на самом деле, Bangley Road все не заканчивается. Тут еще есть улки, клубы, где можно потусить. Тут на выходе. И вот там, в переулках, есть прикольные места. Ой, здесь стало значительно потише. И вот за 7 минут мы прошли эту улку. Но это очень по верхам. Как тебе в целом? Прикольно? Хочешь сюда прийти? Я приду. Да, здесь забавно. Возьму какую-нибудь девчонку, и мы потанцуем. Ну, может, и я с вами скажу. Но тут, говорю, только в пьяном состоянии можно находиться. Ваша любимая, поход по магазину. У этого Family Mart есть звук. О, прозвенел. Сейчас вам еще покажу приколюхи, которые мне очень нравились. Макада, вот такая соломка, 14 бат. Так, ну это вы все видели, самые классные фисташки. Вот эта компания Tong Garden Top, уже говорил об этом. Хочется набрать каких-нибудь вкусняшек и что-нибудь попить. Сейчас будем выбирать. Хлебобулочные изделия, что-то со вкусом шоколада. Так, Катюха там что-то присмотрела. Что нашла? Я не знаю. Не понял. А где взяла? Какой-то бальзам, наверное. Да, написано. Может, его нюхать надо? Может, видела тайки иногда к носу? Да, но типа они евкалипта. К носу типа такого подносят. А вот это, ой, жидкость какая-то. Ну, может быть, то же самое. Тяжело разобраться. Что бы себе взять, а? Извини, пожалуйста. Катьки чуть не... Да, я понимаю. Я хочу снова вот этот апельсиновый сачок и что-нибудь еще. Мне он очень понравился, вот эта типка. Так, колу я не хочу. Швепс хочу. А, ну мне уже надоело шутить. Каждый раз мы надоело. Ладно, окей. Катя, взять что-нибудь? Выбирай. Я говорю, моя еда вот эта, ну вот, типа такого. А твоя вот. Собачья, вот, да? Да. Пес. Сама ты пес. Псина. Блин, у меня сок упал. По хот-догу возьмем. Я себе чили, Катя обычно. По 35 бат каждый.